Hello, Америка! После пятимесячного перерыва в Екатеринбурге снова будут выдавать визы США. Получать документы и проходить собеседование горожане смогут с 11 декабря. Пока же еще действует запрет на выдачу американских виз в регионах, ставший ответом на санкции штатов. Из-за этого екатеринбуржцам ради документов приходилось ездить в Москву. Проводить собеседование с кандидатами разрешалось только там. На круги своя все вернулось после визита на Урал нового посла США. Правда, возможности местного консульства по-прежнему ограничены. Количество собеседований уменьшилось.